Доброго времени суток, уважаемые любители хоккея. Хотел сегодня разобрать пас навесом. Называется подкидка, это в хоккее, навес в футболе. Я сам это в реальном хоккее часто использую. Почему хочу его разобрать? Часто, когда мы выходим и хотим сделать прострел вдоль ворот, вот нам некуда здесь, видите, у нас нет поддержки никакой в атаке, и у нас только на дальнюю штангу укатывается игрок. Но пас низом через двух игроков не пройдет точно здесь. Там один из 100. Я вам предлагаю использовать здесь пас подкидкой. Это R1. У меня скилл-стик управления. Пас подкидкой. Просто правым скилл-стиком я направляю его в сторону партнера примерно. Вот, получается вот такие прекрасные голы. Это я играю с компьютером, уровень суперстар. Здесь компьютер в этом году хороший. У нас еще бомжей много в команде, потому что в этом году изменили вообще политику по поводу карточек и моделек. На мой взгляд, интереснее хоккей стал. И такие голы вам могут пригодиться в нужный момент, если вы сделаете подкидку и в онлайн-играх против компьютера, искусственного интеллекта. Такие голы, они, во-первых, смотрите, как зрелищно выглядят, да? В стиле вот Панарин такие пасы любит делать, по-моему, на Зеба-Нинджа, да, если мне не изменяет память. Прекрасные голы получаются. Перелетает двух защитников. Одного, второго через крышку. И красивое завершение. Хочу напомнить, ребят, что мы в этом году уже сейчас вот зарегистрировали сегодня первый день компанию. У нас уже готовы часть прессов и форм металлических. Начинаем заготовление клюшек. Кому интересно, пишите в комментариях. Будем как-то. У нас уже с рядом профессиональных игроков договоренность, что они будут тестировать. И можем кому-то прислать на пробу. Спасибо за внимание. Пока-пока.